времени суток, раз смотрим очередной коучинговый вопрос. Сегодня хотелось бы рассмотреть следующий вопрос. Это восклицание, такая ремарочка коуча, когда коуч говорит: это отличный вопрос, шикарный. И вот что мне вот, собственно, понравится вот в этой фразе, в том плане, что здесь вот отличный вопрос уже хорошо, да, но идет добавление, усиление вот этим вот маркером шикарный. И само вот это вот произношение «ши», да, оно имеет определенный такой, ну, не сказать, что какой-то особенный, но тем не менее такое вот специфическое звучание, которое добавляет акцента в эту фразу, что получает клиент в данной ситуации. Ну, прежде всего, клиент получает подтверждение, что его слышат, и, собственно, он может глубже войти в эту работу, в это исследование, чтобы посмотреть, что, собственно, там еще можно покрутить. То есть, что коуч здесь, что коуч слушает, коуч подтверждает свое участие, и фактически клиент в этой истории продолжает делиться, либо продолжает исследование, логику, может быть какие-то факты, и уже идет вот это вот более глубинные уровни работы. Для коуча что это дает? Это прежде всего рапорт и сонастройка, то есть доверие, внимание, то есть клиент в большей степени раскрывается, то есть возможно получить более глубокие результаты, зайти на более низкие там глубинные уровни личности клиента, покрутить, поисследовать, и сам же клиент найдет ответы на те вопросы, которые он ищет. Коллеги, всем добра, пока-пока.